Всем привет, с вами Полина Холод, и сегодня мы вместе с вами будем открывать 6 пакетиков с фигурками Гарри Поттер. Эта акция началась в магазине Лента. Акция началась 4 октября 2018 года и закончится 14 ноября 2018 года. На самом деле я не фанатка Гарри Поттера, никогда ничего, все, что с ним связано, не смотрела, не читала никакие книжки. Игрушки тоже не покупала, но я знаю то, что многие любят Гарри Поттера, и так как я вообще снимаю акции, связанные с игрушками в магазине Лента, то и эту акцию я тоже решила затронуть на своем канале, я думаю то, что вам это будет интересно. И вот у меня эти пакетики лежат, вы уже заметили. Потом у меня есть еще домик для этих игрушек, тоже покажу, но начну именно с вот таких вот брошюрок. Эти брошюрки можно получить в Ленте. Бесплатно совершенно, я вот взяла 3 штучки. Сначала мы можем заметить то, что здесь вот есть фигурки, которые нам должны попасться. Всего 25 фигурок. И вот так вот выглядит. Давайте вам поближе покажу. Имена написаны тоже. Но так как я не фанатка Гарри Поттера, я не знаю вообще имена этих персонажей. Знаю только Гарри Поттера и Гермиону. Больше я никого не знаю вообще, поэтому буду смотреть по брошюркам имена. Наверху написано, когда акция началась и когда закончится. На обратной стороне здесь уже правила этой акции. Начну, наверное, с того, что вот такой вот один маленький пакетик вы можете получить, если придете в гипермаркет Лента или супермаркет Лента. Если вы придете в гипермаркет Лента, то вам надо потратить 1000 рублей, ну, там, на продукты. И вам дадут на кассе один пакетик. Если вы придете в супермаркет Лента, то вам нужно потратить 600 рублей на продукты. И дадут тоже один пакетик. К сожалению, пока что, вот я спрашивала у нас в Ленте, и сказали то, что просто отдельно купить за деньги, допустим, там за 25 рублей или за 26 рублей один пакетик, вот такой вот, не продают. Может быть, где-то в каких-то лентах это продается, но у нас лично нет такого. Напишите в комментариях, если у вас эти игрушки продают отдельно. Второе, что хотела вам сказать, это дни обмена. Всегда, когда какая-то акция в магазине Лента, связанная с игрушками, бывают дни обмена. И вот здесь написано то, что есть первый день обмена 24 октября. И второй день обмена это 10 ноября 2018 года. Так что приходите, обменивайтесь игрушками. Ну и товары партнеров также есть этой акции. Так что посмотрите, вы можете получить дополнительные фигурки, если купите вот у этих вот партнеров их продукцию. Еще здесь вот есть, давайте вам покажу, можете прочитать. Так скажем, такой конкурс, или как можно назвать, ну, скорее всего, конкурс. Так что прочитайте, участвуйте. Удачи вам! И остальные брошюрки, они одинаковые, так что показывать не буду. Теперь продолжаю с домика. Вот так вот выглядит сам домик. Он стоит 200 рублей. И, ну, такой картонный. Всегда какие-то домики, если продают, то они картонные, обычные. Здесь написано фигурки, коробка для коллекционирования, Лента. Гарри Поттер, Гарри Поттер, опять же написано, на обратной стороне вот так выглядит. На липучке внизу. И вот так вот открываете такой домик. Сначала мы видим вот такую вот, даже не знаю, как сказать, но, в общем, здесь написано то, что фигурки, скорее всего, можно сюда ставить фигурки. Вот так выглядит тоже картонная такая штучка. И далее здесь вы уже сможете положить свои фигурки, чтобы их не потерять, потому что сами игрушки, они вот примерно такие маленькие, но вы сейчас увидите. Их можно, кстати, вот тут написано игрушка для карандаша. Очень даже круто, я считаю. Ну вот, играться, так скажем, показано, как это будет выглядеть. Потом правила игры здесь есть, можете прочитать, если вам интересно. Ну и вот как выглядят эти персонажи все. Тут даже имена их написано, что очень удобно. И вот все, что насчет этого домика. Больше никаких домиков не продают, только вот такая коробочка. И больше ничего нет. Еще раз повторюсь, стоит 200 рублей. И теперь давайте начнем с пакетиков. Покажу пакетик сначала. Вот так вот он выглядит, маленький Гарри Поттер. Потом есть здесь сами вот эти вот персонажи, Лента написана. И здесь такая вот информация, ну, думаю, вам не интересно. Все пакетики одинаковые, одной формы. Я уже приготовила ножницы и открываем первый пакетик. Мне даже интересно, что же у меня здесь будет. Так как я не знаю, как кого зовут, не смотрела Гарри Поттера, я вам уже это говорила.
то я буду смотреть по вот этой брошюрке. Итак, первое, что же мне здесь такое попадется. Кстати, такая маленькая фигурка, вообще просто обалдеть. Вот так вот выглядит первая фигурка. Сейчас посмотрю, кто же это может быть. Это Римус Люпин. Извиняюсь, если я ударение неправильно поставила. Просто я правда не знаю. И вот так вот выглядит. То есть маленькая игрушка. Здесь внизу есть дырочка для того, чтобы карандашик сюда можно было сделать. Ну, в общем, сама игрушка, она очень хорошо прорисована. Мне лично нравится. Все очень хорошо сделано, так что... Игрушка, конечно, хорошая. Следующий, второй пакетик, точно такой же, как я уже сказала, открываем. И здесь, кто же нам попадется? Вот такой вот персонаж. Сначала вам покажу, потом скажу имя. Вот так выглядит. Это лорд Волан-де-Морт. Вот так вот выглядит маленький такой персонаж. Вот. Давайте еще раз фокусирую, чтобы вам показать на обратной стороне. Вот так выглядит. И тоже, кстати, очень все так хорошо сделано. Мне нравится по качеству. Нигде ничего не смазано. То есть, ну, краска нормально сделана. Тут кто-то большой, кстати, лежит. Итак, кто-то прозрачный. Интересно. Итак, кто же это? Вау, прикольно. Такой прозрачный, мне нравится. Я так и знала, это Гермиона. Вот так выглядит. На самом деле, здесь на картинке, как в реальной жизни, выглядит эта игрушка совершенно вообще по-другому. Как-то ее представили. В общем, вот так выглядит. На самом деле, прикольно. Правда, она такая прозрачная, что вам вообще не видно ее. Но, надеюсь, все-таки вы посмотрите, как она выглядит. Волосы такие прикольные вообще, мне нравится. Это силиконовая такая вот игрушечка, то есть не пластик. И еще пакетик. Так, кто же здесь? Угу, пока что без повторок, мне это нравится, потому что в основном мне повторки попадаются. Вот так вот выглядит следующий персонаж. Сейчас посмотрим, кто же это может быть. Это персонаж Невилл Долгопупос. Вот так вот выглядит. Сейчас фокусирую, очень маленькая игрушка. Поэтому фокусируется долго. Вот так выглядит тоже, кстати, все очень хорошо так сделано. Теперь переходим к предпоследнему пакетику. Что же здесь у нас? Это не повторка. Я уже подумала, что это повторка. Вот так вот выглядит. Давайте сфокусирую. Маленький такой вот персонаж. Это Седрик Диггори. Вот так вот выглядит в самом низу. Ручку не взяла с собой, поэтому отметить не смогу. Потом отмечу, какие у меня уже есть персонажи. И вот так вот выглядит. И теперь последний пакетик открываем. Это финальный. Надеюсь, то, что в этот раз, в этой акции, у меня будет очень мало повторок. А желательно вообще без повторок обойтись. Потому что не очень хочется, чтобы были повторки. Итак, что же это? Ну, елки-палки. Это повторка, к большому сожалению. Вот так вот выглядит. У меня уже есть такой персонаж. Поэтому вот, чтобы обменяться в магазине Лента, у меня уже есть один персонаж повторный. Так что без повторок никак. Хотела бы еще, кстати, сказать, если вы не знаете, первый раз на моем канале, то я снимала очень много разных обзоров. У меня есть отдельный плейлист на моем канале, где вы можете посмотреть мини-ленту, первую часть, когда она только вышла. Я показывала, у меня вот одно видео очень популярное, 2 миллиона просмотров, только вот недавно. Спасибо большое, кто смотрел это видео. Я оставлю на него в описании ссылочку, посмотрите. И вообще на плейлист тоже постараюсь оставить ссылочку. Там и вторая мини-лента, ну вторая часть у меня есть. В общем, много разных акций, обязательно посмотрите. Мне будет очень приятно. И вот это, в принципе, все фигурки. Это, в принципе, вот такая вот акция. Надеюсь, то, что вам это видео понравилось. Если у вас есть магазин Лента, и вы будете коллекционировать такие фигурки, то удачи вам в коллекционировании, потому что 25 фигурок собрать не так уж легко. В общем, удачи, и надеюсь, то, что вам это видео понравилось. Ну, а на этом было все. Всем пока, ждите новых обзоров.